Ольга промотала все комментарии. Сейчас смотрите, не глядя. Видите, вот комментарии все. Значит, я просто вот так, видите, Оль, а можешь подержать вот, вот так в телефон, чтобы все видели, что я не мухлюю. Значит, смотрите, вот у нас комментарий. Оля, я тебе любовник не напишет, пока нет. Нет. Подожди, это что-то отсвечивает у нас. Отсвечивает. Еще отсвечивает вот так, я божественно красиво. Так, смотрите, я сейчас буду вот так вот пальчиком перебирать и кого-то покажу. Днепр, привет, отлично выглядишь, спасибо. Ну что, готовы? Давайте, раз, вам же телефон не разблокируется. Раз, два, три, понеслась. Так, видите, не мухлюю, а только вижу сердечки тут. Ладно, давайте. Ну да. А, реклама недорого. Рекламе не дадим. Так, дальше. Так, смотрим. Вот. Итак, первое платье у нас улетает. Ялыночка.док. Вот Юлиана. Смотрите. Сейчас я. Юлиана у нас хотела... Били тюльпаны, женочность, нищность, асексуальность. Еляночка, мы тебя поздравляем, белые тюльпаны. Вот, подождите, Олеч, подожди, стой. Сейчас мы переворачиваем камеру. Стой. Вот. Еляночка, чтобы вы поверили, белые тюльпаны. Еляночка, напиши нам, пожалуйста, в LA-Story, в директ месседж, мы тебе ответим, отправим белые тюльпаны. Отправляется. Ну что, дальше разыгрываем или нет? Так, смотрим еще дальше. Идем ниже. Мы промотали все комментарии. Ольга потратила 14 часов своей работы. Так. Вот это вот мне нравится. Так. Итак, о наращивании ресниц в городе Запорожье. Лена Бабкух. Так. Получает, вот, Лена еще ресницы наращивает, Лена, реклама, видите, вам еще сделали, давайте, пишите, оставляйте комментарии. Так, Леночка, слушай, а мы, ты сфоткала кто? Я записала. Да, точно? Угу. А как мы будем узнать? Юлиана, я записала? Я уже записала. Так, я тебе сфоткала на телефон. Пионы у нас отправляются, так, дальше, ну что, верите, что честно или нет? Слушайте, мне так, кстати, нравится разыгрывать, если вы... А вы хотите, мы сейчас проведем эту такую штуку? Если вам понравится, вы пишите, ставьте лайки. Если вам понравится, давайте еще разыграем платье. Мне не жалко, у нас же есть еще короткие опенбеки. Давайте мы сейчас длинные разыграем. А если вы хотите, еще разыграем короткие. Хотите, будем разыгрывать короткие платья? О, какой он! О-о, Оля, прости, Оля, прощай. Итак, осталось последнее платье. Олеч, давай, меняем ракурс, чтобы людям не надоедало наше с тобой присутствие. Итак, третий платье. Что-то нет, меняем, оставляемся в том же. Так, смотрите. Ну что, разыгрываем маленькие еще платья? У нас, знаете, сколько одежды еще? Главное, что вы... Чуть-чуть повыше, а то как-то я прям сижу и такая вся толстун. Так, ну что, давайте короткое. Последнее платье разыгрываем. А вам-то какие платья больше всего понравились? А мы сейчас... О, Оля, а давай разыграем из тех, кто в лайв смотрит, еще одно прямо сейчас в опенбэк короткое. Легко. Хотите? Давайте, сейчас мы к тем, кто комментирует сейчас нас в лайв, мы подарим вот... Вот прям вот это платье мы подарим. Сейчас тому, кто... Смотрите, как красиво, я вам сейчас покажу. Секси-шмекси. И опенбэк, главное. Да? Разыгрываем прямо сейчас? Что, вы просто так смотрите, что ли? Хотите? Так, давай тогда что, какое задание? А ну-ка тогда придумайте какое-нибудь задание, как мы разыграем среди лайфа. Я вас читаю. Какое, как мы будем разыгрывать среди тех, кто смотрит в лайфе? Ну что, давайте, предлагаю ваше предложение. Я вас читаю. Как мы разыграем сейчас? Так, ну что, я читаю, как просто наугад, что ли, комментарии? Надо, чтобы кто-то ответил первый на какой-то вопрос.
Хотите? Или что? В каком году был первый опенбэк? В каком году? В 1785-м, когда я была маленькой бабушкой. Так, ну что, давайте придумаем. Сейчас мы разыграем. Обещаю вам, мы сейчас разыграем платье. Рома! Не занято, мы на не песню выкладываем, но завтра премьера. Так, давай, Олеч. Так, вопрос. Какой вопрос? Сейчас я задам вопрос. Ладно, давайте пока разыграем третье платье. Олечка, пароль. Олин, пароль 566. Теперь вы его знаете. Слоганы для твоей линии? Давайте, хорошо. Почему? Тогда по-другому. Напишите мне. Сейчас, может быть, напишем, как, почему женщина... А давайте слоган любой. Почему женщина должна носить эту историю? Давайте, почему мы должны быть яркими, красивыми и сексуальными? Почему? Что делает платье с девушкой? Они заставляют быть, не знаю, мужчин волноваться или биться сердце чаще. Пишите, любое, я читаю все. Секси, дура, идиотка, ну ты зато вообще божественная. То, что ты сейчас комментишь в лайф и зашла ко мне, вот ты сейчас прям стала вот классная, умная, вообще зашла к чужому человеку в лайф и написала, что я идиотка. Вообще прям пятерочка тебе вообще, а как ты вообще, ну хоть секси, я дура. Так, что, потому что самая лучшая одежда, в ней ты выделяешься, выглядишь сексуально. Фан Садакова так пишет, что парень с Андреем влюблялись. А как мы запомним? Так, Рома! Всем свет. Рома, ты нам нужен! Столько красивых, чтобы быть женственной. Так, почему? Потому что мы богини. Like for like, нижнее подчеркивание DK, уже прям почти приблизились. Like for like, нижнее подчеркивание DK. Инстаграм лайф. А это мой первый победитель. Пиши, лайк фор лайк, еще раз напиши мне что-нибудь, ты первая победительница, ты получаешь первое короткое платье, потому что мы богини, сказала бы Рудова. Так, давайте для себя, потому что ты уникальна, давайте одежду, давайте все тоже, чтобы не забываем про одежду, почему L-Story, потому что L-Story, потому что самая красивая марка и девушка, Алина Моника, привет! Ну, скоро сделаем для мелких тоже что-нибудь. Так, персик. А я персик, быть неповторимой. Ну, давайте развернуть ответ. Они лучше платье для девушки честь, а штаны у парня есть. Ой, красивая, нижняя Юлия. Юлия, напиши еще нам, молодец. Нижняя, подчеркивание, Юлия. Юль, напиши еще раз. Платье для девушки честь, а штаны и у парня есть. Второе платье короткое отправляется вам. Чтобы все попадали, так бы сказала моя дочка Мона. Мы в них сексуальнее. Так. Артес, поздравляю, не знаю с чем, правда. Чтобы у мужчин глаза загорелись прям с... Благодаря этой одежде ты, L-Story, самый лучший бренд для самой стильной. Еще, давайте еще что-то креативнее. Последнее платье осталось. Мы уже разыграли тюльпаны, мини. Осталось такое божественное. Смотрите, платье, наши любимые пионы. Мини, мое любимое, в котором я фоткалась. Так, если я вдруг не вижу, пишите еще раз. Олеч, держи, я потому что должна читать. Давайте так, сейчас третье платье разыгрываем. Сейчас пока, секундочку. Давайте третье платье разыграем, и сразу после того, как разыграем третье платье, мы договоримся, кому подарим третий open bag, хорошо? Давайте две секундочки. Они такие красивые платья, вы даже себе не представляете. Платье Седокова, от Седокова особо... кто хочет деток одевать тюльпаны? Малышки, сейчас, секундочку, хорошо, давайте разыграем платье третье, и сразу после этого разыгрываем короткое. Обещаю вам, пока что, может быть, пишите по два раза. Или копипейст сделайте, когда вы пишете, потом я увижу. Итак, третье платье, длинное, open bag, у нас отправляется среди комментариев. Я напомню, что вы вчера оставляли комментарии под постом с длинными платьями. И я сейчас методом тыка, в прямом смысле, значит, вы выбираете... О, а что такое длинный комментарий? Вот, я выбрала. Значит, вот, этот длиннющий комментарий, я надеюсь, что тут хорошее это что-то написано, читаю. Настя
Ясанова пишет нам: все три расцветки настолько красивые, между ними невозможно выбрать какое-то одно. Для меня белые тюльпаны более изысканные, княжеские, элегантность и натянутость в одном, нежность в одном флаконе, очень женственная. Яркий пион – это молодежная распыленность, балмошность, красота, яркость, любовь в каждом дне жизни как миг. Это молодая девушка, жаждущая чистоты все краски. Розовые тюльпаны – это любовь, это мама, окруженная любовью для своих детей, это девушка, гуляющая ночным парком. Мне кажется, эти три платья – это три разные стадии. Настя, спасибо тебе гигантское. Романтичная Настя. Писательница. Настя, вот Настин, я сейчас покажу. Настюш, спасибо тебе. Вот, видите, Настя, спасибо тебе огромное за этот комментарий. Ты получаешь третье платье от потрясающей красоты, длинное, open back. Фух, разыграли платье, ура! Ура, ура, ура. Я тебе спасибо. Спасибо тебе большое. Вот Настюшин аккаунт, смотрите. Какая красивая Настя. Подпишитесь еще на Настю. Настя, теперь есть платье. Сидите, ничего не видно. Что я? Стой. Слышите, мой тречок новый играет. А не видно. Ой, а что мы сделали? Вот Настин аккаунт. Вот. Записал Настю? Все. Итак, записал Настю? Все. Итак, мы разыграли три платья от Эллы Стори. Если вам не досталось платье, вы заходите, пожалуйста, на наш сайт Эллы Стори Стор. Там можно купить это платье, не поверьте. Они очень крутые, правда. Они стоят того, чтобы их покупать, потому что я их ношу все лето. Они мега крутые. Они типа мега крутые. Итак, я начинаю читать ваши рекламные... Для Эллы Стори Стор мы сейчас подарим мини-платье тому, кто напишет самый-самый красивый, чтобы выделялось все самые сочные. Пишите еще раз, я покопируйте. Значит, я сейчас подарю маленькое платье Эллы Стори Стор тому, кто напишет самое-самое красивое, смешное, потрясающий слоган для Эллы Стори Стор. Потому что мы богиня уже была. Алина Моника, люблю вас за это красивое. Я не твой фанат, но хочу тебя. Тебе бэбик на аватарке. Платье своей коллекции так, самое красивое. Я вас читаю. Раскрой свою индивидуальность вместе с Эллой Стори Стор. Так. Микрофон закрываю, простите. Больше не буду. Мужчины умные, а девушки красивые. Но именно благодаря нашей красоте мужчины могут... Да, но теперь как же Эллы Стори? Причем здесь... Давайте попробуем еще раз. Так. Платье от... Так. Большой девочке нужно маленькое платье. Мне кажется, что уже практически рядом. Так. Читаю. Эллы Стори создает стиль. В платье Эллы Стори счастливая, обворожительная. Я хочу бежать на твое платье. Кормящие мамочки такие нужны. Кстати, там очень удобно, если что. Так, давайте. Девочки, читаю. Итак, напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем мини-платье от Эллы Стори Стор. Прямо сейчас за лучший слоган в лайфе. Потому что платье показывает роскошь женщины. Так. Хочешь попасть в Париж, надень платье и улети. Елена, я вас поздравляю. Мне понравился ваш слоган, потому что правда, в этих платьях тебя сразу украдут, заберут в Париж, увезут не только в Париж, еще и улетут, и в Дубай увезут, и в Турцию, и может быть, и в Сан-Тропе. Елена, вы хотите еще что ли? У нас больше Оли. Я сейчас все платья разыграю. В общем, спасибо большое. Елена, выйдите на связь, напишите еще раз. Елена, я, по-моему, сфотографировала, если нет. Я вас очень люблю, если... Эллы Стори Стор, сисек нет, ну вы держитесь, мы поможем. Футболку с вырезом, мне кажется, надо. Футболку с вырезом. Так, кто там про сисек мне написал? Ладно. Милые мои, любимые мои, солнышки мои. Сейчас Елена выиграла. Елена, я сейчас посмотрю. Яркие страсти. Спасибо, я вынуждена прощаться с вами сейчас. Что вам рассказать еще?
Не расстраивайтесь, если напишите мне, хотите, будем еще разыгрывать платье. Я все разыграю, всю коллекцию разыграю. Хотите, будем еще раз... Будем еще разыгрывать платье? Хотите, когда? Завтра, послезавтра? Когда будем еще платье разыгрывать? Ольга, ну прекрати, что тебе жалко? Хотите? Дайте 2 секунды поболтаем. Завтра я поздравляю всех, кто выиграл. Не расстраивайтесь, те, кто не выиграл, мы еще разыграем. Прямо сейчас, вот здесь, мы выкладываем песню нашу, которая называется «Увлечение». Завтра премьера! Что? Он переключался. Какие мужики эти нудные. Сразу им, когда интернет, понимаешь, интернет. Все, будем платье разыгрывать. Выйду в лайв по поводу премьеры нашего трека. Я вас целую, я вас обнимаю, я вас очень сильно люблю и поздравляю. Мои бубсы не дают вам покоя. Господи, какое счастье вообще. Вы подписаны на меня. Я такая все время счастливая, что вы со мной. Обнимаю и желаю. Всю информацию вы сможете узнать на сайте LA Story Store или у нас в аккаунте LA. Сейчас я напишу, смотрите, вот как пишется наш аккаунт. Даже я могу комментировать. Между нами день, ощущай мою прикосновение. Это я уже новую песню пою. Между нами день, между нами ночь. LA Story Store. Вот, смотрите, видите, это так пишется наш аккаунт. Это я только что вам написала, видите? И еще я просто воспользовалась, так отправлю вам сердечки. И еще отправлю вам сердечки. Ой, ну, смотрите, мы практически сейчас чатимся с вами. Чатимся. Ой, и вам обезьяна зачем-то отправила. И вам Витка, красочного дня тебе тоже. Круто. Евсеева, ты сама такая, с такими розовыми красивыми волосами. Муа. Так, Тёмчики и язычки. Алина, Моника, привет, малышка. Так, вам отправлю еще такого дьяволёныша. То есть ловите, мы с вами переписываемся. Open. О, привет из Индонезии. Так, как малыш? Ой, круто вообще, сейчас уже поеду. Нен-нен, это что значит? Так, так, так. Когда вам мы откроем шоурум? Слушайте, а вы видели, что мы с Толиком Цоем тут кое-что задумали? Завтра? Завтра, привет. Завтра? Завтра с Толиком Цоем кое-что задумали. Казахстан, привет, мы с Толиком что-то такое задумали. Так, спасибо, мои хорошие, вы тоже у меня будете самыми счастливыми. Так, а я еще хочу вам цветочки отправить. Ой, спасибо, столько мне смайков. Так, еще вам очкарик отправлю. Еще язычок вам отправлю. Видите? Где муж? Какой муж? У меня есть муж? Оль, у меня есть муж. Ты видела моего мужа? Оля, что ты врешь? Какой у меня муж? Оля. Оля видела мужа. Что, мой муж приходил? А я что? Пока меня не было, мой муж Так, привет из Маринки. Привет! Ладно. Kiss me, да пожалуйста, вот. И обезьянку. Гектор, нормально, дома. Сейчас поеду уже к нему. Вот вам обезьянки, вот вам еще солнышки. И вот вам еще. Получили? Между нами тает лед. Истории. Платье продает. Отдает, Илон, отдает, понимаешь, просто так. Да, новая песня. А это я этот как идиот держу. Нельзя слово говорить идиот в прямом эфире. Это как идиот держу. Держу. Мы вас ждем на фане. Лава Седокова, привет. Владикавказ, привет. Так, очки. Меня без меня женили. Вот, понимаешь, Катюш? Так, open, open, open. А вот вам, смотрите, какая я серьезная. Красивая, да, видите, с божественной причесочкой. Сейчас божественная прическа, божественная. Они вот были в Днепре, конечно, и хочу опять. Так, вот видите, спой нам, пожалуйста.
Давайте я завтра буду петь, потому что мне уже пора к мелочевке своей. Я вас... что вам еще отправить? Давайте вам вот... Ставрополь, мой любименький! Господи, как вы там без меня? Целый уже... Привет, привет, вот вам, видите, Воронеж, привет. Ой, откуда вы, давайте привет. Так, смотрите, вам эти глаза. Обнимашки, ловите обнимашки? Вы ловите? Олеся, привет. Ловите обнимашки? Ташкент, привет. Оля, Ташкент, привет тебе. У тебя кто там, бойфренд в Ташкенте? У меня. У тебя есть бойфренд в Ташкенте? У меня нет бойфренда в Ташкенте. Так, когда розыгрыш-то только что вот был, прошел уже. Ладно, я вас целую, я вас обнимаю, с вами мега круто болтать, но я буду уже... Туркменистан! Привет, дорогой! Так, все, вас целую, обнимаю, заканчиваю наш лайв, пишу объявителей в посте. Цомочки, муа!